Gears of War 4. Упомянутая минуты ранее программа Xbox Play Anywhere, естественно, предполагает возможность кроссплатформенного мультиплеера между пользователями Xbox One и PC. И одной из первых игр, где это будет возможно осуществить на практике, станет Gears of War 4, выходящая уже 11 октября. Все игроки, вне зависимости от платформы, смогут соревноваться в кооперативе, в мультиплеере, а также в бесконечном режиме Horde Mode. На конференции Microsoft нам наконец показали непосредственно игровой процесс из сюжетной кампании, а мультиплеер до этого уже можно было опробовать во время бета-тестов. Нас ждет все тот же брутальный динамичный боевик с укрытиями, бензопилой и суровой атмосферой. Но в нем теперь активное участие принимают физика и окружение. Герои меткими выстрелами разрушают укрытие и даже стреляют из катапульты, чтобы повалить на землю какую-то вышку, предварительно развернув катапульту в нужном направлении. При этом сильный ветер разносит по полю боя все эти осколки, куски арматуры, камни и прочие последствия наших бесчинств. Напомним, что действие Gears of War 4 развернется через 25 лет после событий третьей части, а главным героем станет сын Маркуса Феникса — Джей-Ди. Впрочем, Маркуса мы тоже увидим, изрядно постаревшего и поседевшего, но все такого же харизматичного.